Всем привет! Сегодня я приехала в поселок Горькуши и спешу вам показать это место в нашем Темрюкском районе, где мы были уже год назад, но на этот раз мы приехали в теплое время года, когда зелено, красиво. Поселок находится на берегу Таманского залива, на противоположной его стороне находится Приморский, Сеной, Тамань. В общем, я думаю, вы поняли, где находится этот населенный пункт. Перед просмотром ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте знакомиться с Горькушами. Я думаю, вы помните, что когда я первый раз сюда приехала, меня поразила вот эта вот их пляжная зона отдыха, где стоят вот такие вот лежаки. И люди вот здесь прям отдыхают. Мы были в том числе на пирсе. Сегодня там тоже побываем. Ну, он такой старенький, разрушенный, но я думаю, стоит показать его, потому что это поселок. Добрались до одного из местных пляжиков. Посмотрите, как здесь все сделано. Как сказали местные жители, один из мужчин, который здесь живет, вот это все украсил. И в прошлом году положили здесь вот такую вот плиточку, поставили лавочки и сделали пальмы. Как сказали, что здесь очень много обычно людей отдыхают, но так как мы приехали на неделю, то здесь пусто. Но это очень, конечно, необычно все выглядит. Горькуши – это тот же теплый Таманский залив. Место, где комфортно купаться, потому что из-за своей небольшой глубины он быстрее прогревается. Взрослые смело отправляют детей на море, не боясь за их безопасность и здоровье. Также мы решили проехаться еще по улицам поселка, чтобы показать вам, как живут здесь обычные люди. Подъехали мы к пирсу, а дорожки нет. Тут вода. Вот в прошлом году мы даже ходили на пирс. И на нем рыбачил мальчик и бабушка, ловили рыбу. Сейчас туда не добраться. А кто-то там все-таки рыбачит. Местные жители. Кто-то загорает на берегу.
здесь же, рядом с мемориалом, лежат козы. Забавные. Жуется. У нее обед. Это главная площадь, здесь спортивная площадка, где дети проводят свое время. Здесь же памятник Ленину. Прячется в кустах. Ну и магазинчик. В прошлый раз мы заходили туда. Здесь же растут красивые голубые ели. Ну что ж, вот сегодня я вам показала поселок Горькуши второй раз. Я думаю, вам понравился этот ролик. Мы проехались по нескольким улицам, забежали на местные пляжи, набережную вам показала, посетили мемориал, который я, между прочим, первый раз увидела в этом поселке. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся в новых роликах. Не забывайте писать свои добрые комментарии. Всем спасибо, всем пока!